Всем привет, с вами Виктор. И мы продолжаем играть в игру Crossing Souls. И в прошлой серии мы победили такого босса, как водитель автобуса. Ну, сам он участия не принимал, но волны врагов на нас отправлял. И эти самые волны были немножечко, ну, сильными. А он сам убивался путем нажатия определенных кнопок, которые он показывал до этого. Ну ладно, продолжаем. Нужно до города добраться. А то, как нам сказали из видеоролика, в городе сейчас начнется кое-какая жопень. Так. В смысле, а почему как забраться-то? Ну хорошо, что они от воды не тонет. Так, восстановись. В прошлой части, кстати. Слушай, а здесь машина стоит. Только заметил. Так, ну окей. Да убей ее нахрен. Мою хпшку бедную тратить, че это? Посмотрите. А тут и нам смотреть уже нечего, да? И это мы куда бы попали? Так, ну это куда-то вот сюда вот. Кого двигать? Я видеть ничего не вижу. Вы что-нибудь поняли? Что произошло-то? Я что-то вообще ничего не понял. Мы взяли, что-то дернули. Что конкретно дернули, я что-то сам не понял. А, вперед. На вот сюда нужно где-то. Все, молодцы. Это где?
Где-то здесь. Ну я вот я его не вижу. Гитарист есть, а он. Я его не вижу, но он есть. Так, опять эти. Ну ладно. Тихо. Ну, пока ничего сложного. Вот здесь посложнее будет. Надо удерживать. Да и все равно я не нету. Да ёб твою мать, а? Так, восстанавливаем наше здоровье, которое я не могу восстановить. Которое я восстанавливаю. Оно не восстанавливается. Так, это у нас непроходимо. Дождь-то тебе начинается. Знаю. А ты кто такой? Конечно, не поможет. Бомбы наносят урон всем вокруг. Ну, спасибо. Пока. Я не знаю, как ты там дальше пойдешь, но там мы кое-как проходим такие места. Кстати, нужно посмотреть этот дневник и посмотреть что-нибудь новенького. Так, правительство. Да не прави. Профиль. Это мы смотрели. Так, а что я не ход он? Бродяга, хиппи, фермер, исследователь, философ, поэт, изобретатель, доктор, певец и композитор, анархист, бывший веган, астролог, ветеран войны. Понятно. Так, это мы читали. Вас двоих мы тоже читали. Так, окей.
Некоторые стены можно взорвать и бомбами. Выберите, нажав троечку и положи у поврежденной стены нажать Q. Ага. Что конкретно мне нужно взорвать? Мне нужно взорвать вот это вот, да? Или ты про эту стену? Или вообще вот про это? Может даже еще одну, а? Может эту бомбу, а? Сюда вот. Ну да, получилось, окей. Нам сказали возле стены. Я, блин, не знал, что конкретно эта стена. Так, мы почти восстановили. Так, здесь мы не пройдем. Так, это мы взяли, молодцы. Так, переключайся вот на этого. Еще раз. Ну да, конечно. Так, ну где мы появимся-то хотя бы? Да ёб твою мать, не я... А чё так далеко-то? Ладно, давайте еще раз попробуем. На этот раз можно все пропускать, все диалоги пропускать на этот раз. Теперь это я все знаю. И все читали уже. Так, туда нас не пускают. Здесь мы все зачистили. Так, ну ладно. Сейчас все пойдет быстрее в разы.
Идите нахрен. Вот она где-то здесь играет, я не знаю где. Ай, дыб. Прыжки эти очень опасные, нет. Так, здесь мы уже были. Так, это мы пропускаем. Да, да, я уже вижу. Опускай. Так, тебе, кстати, тоже нужно восстанавливать. Так, дай еще одну. Ну ладно, окей, дошли. Главное не тупануть. Так, ладно. А что это за знак-то? Это я знать не знаю, что это такое. Вы можете купить эти комиксы только там. Так, а ты кто такой? Иди нахрен. Эти взрываются, как аккуратней. Красные, я знаю, они взрываются. Так, вот ты кто такой?
Так, ну не хочешь общаться, ну не общайся, я пошел. А, этого схватили. Что, все очень плохо. Да, все очень плохо. Все очень плохо. Так, ну ты там поговоришь, а? Нет, ну иди нахрен. Похоже, радио, рядом с радио аптечка. Где аптечка? Ты врешь, нет аптечек. Зато я вижу бомбу. Уже 3 бомбы взяли. Так, наверху у нас что? Так, сохраниться нужно. Типа местного убежища, да?
Золотой ключ. Главное, двери помогут открыть. Ну ладно, спасибо. Они беженцы находятся в особняке и в библиотеке. Так, ты у нас чё? И этот Рэндалл здесь спрятался. Так. Здоровья нету, да? Здесь тоже нету. Так, ну ладно, тогда продолжаем. Или там сегодня давайте закончим. В следующей серии начнем уже поиск сопротивления. Ну да, вот это самая дверь, мы пока вот, блин, там не открыли бы. Не нашли бы, мы туда не прошли бы. Ладно, все, в следующей серии мы начнем сопротивление искать. Вот еще одна какая-то дверь, ладно. В следующей серии мы это все посмотрим. Ключ, я как понимаю, снизу открывает. Всем спасибо за просмотр. С вами был Виктор. Всем пока.